Наш районный центр Славянск на Кубани – это не на словах, а на деле территория спорта. Здесь бережно сохраняется и постоянно развивается материально-техническая база, трудится сильный тренерский состав, и каждый второй житель отдает предпочтение здоровому образу жизни, регулярно занимаясь физической культурой и спортом. Тысячи славянцев выходят на спортивные площадки, стадионы, приходят в спортзалы. Они знают, что спорт – это жизнь радостная и полноценная. Ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители детско-юношеских школ, других спортивных организаций, представители местных властей, спортивной общественности были приглашены в городской дом культуры, где состоялось торжественное подведение итогов 2022 года по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в Славянске. На Кубани. Глава Славянского городского поселения Александр Берсенев от всей души поблагодарил всех, кто внес свой весомый вклад в организацию различных соревнований и развитие спортивной отрасли в минувшем году. Спасибо всем судьям, спасибо даже нашим ребятам, молодежке, да, которая именно проводит эту организационную работу с коллективами, с молодежью, с детьми. Вот спорт и спартакиада, которую мы проводим, она объединяет все возраста, от мала до велика. Просто вышел поблагодарить всех за то, что мы можем сорганизоваться и проводить такие мероприятия. Начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа отметил, что город всегда был лидером в спортивном движении муниципалитета. Но город всегда у нас считался сильным фаворитом во всех наших районах спартакиада, потому что по-другому нельзя, здесь половина проживает жителей муниципалитета. Более 60 тысяч проживает только в городе. Конечно, очень приятно, что вы участвуете, что вы проводите. Это очень здорово, надо поблагодарить аплодисментами отдел по физической культуре. Александр Берсенев вручил благодарственные письма руководителям спортивных учреждений, детско-юношеских спортшкол, тренерам и преподавателям, которые в течение года помогали в организации и проведении спортивных соревнований. Кубки были вручены участникам спартакиады трудящихся, что прошла под девизом «За единую и здоровую Кубань». Поощрены победители и призеры. Благодарностью отмечены участники команд физкультурно-спортивного клуба «Славянск», футболисты команды по футболу «Славянск» и участники параолимпийских состязаний. Завершилось торжественное мероприятие творческими номерами артистов городского дома культуры. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».